Всем огромный привет! Хочу показать свои покупки в магазине Fix Price. Попали мы 31 декабря, в последний день 2016 года, и кое-что получилось купить. Народу было так много, я думала, магазин будет просто пустой, но кое-что мы в нем все-таки откопали. Хочу обратить внимание сразу на стаканчик, он здесь стоит не просто так. Это мы с ребенком, с сыном выращиваем орбизы. Надеюсь, я правильно ставлю ударение. Выглядят они изначально вот так. Это нам в посылке прислал Александр Влог. Саша, спасибо тебе огромное. И если вам интересно, как они вырастут, я оставлю ссылку внизу на канал моего сына Максимки. Этот ролик будет там, потому что действительно очень интересно, как они растут. Вот они примерно за 15-20 минут выросли уже вон насколько. То есть хорошо увеличились. Надеюсь, что будет очень интересно. Ну, давайте по фикс-прайсу. Насколько я знаю, что в некоторых фикс-прайсах восстановили карты накопительные. Единственное, их надо было зарегистрировать снова на сайте и с ними идти в магазин. Я зарегистрировала вновь, у меня там было около 200 рублей. Думала, что в последний день года я сейчас обнулю эту сумму. Но в нашем фикс-прайсе сказали, что у нас до сих пор эта функция не работает. Поэтому узнавайте в своих магазинах, видите, где-то открыли, уже можно было работать с этими картами, а у нас до сих пор нет. Ну, теперь о покупках. Мне нужен был тазик. У меня такой один оранжевый, он у меня под картошку. У меня такая ниша есть под одной полочкой. И вот как раз там место для второго тазика, я хочу, чтобы он у меня тоже там был. Для хранения тоже овощей, которые не надо класть в холодильник. Упс, называется. Да, давайте вот так поставим. Просто фон белый мне нужен, чтобы было видно кристальчики. И второй органайзер или корзина. Да, корзина это называется. Вот такая она очень большая. У меня таких уже несколько в доме. В них очень-очень удобно кое-что хранить. Даже хлеб я храню в таких корзинах. Но это мне нужна будет для другого хранения. Классные они. Вот корзины стоили 50, по-моему, или 55 рублей. Да, 55 оранжевая. И таз 50 рублей. Купила я в этот раз полотенца. 3 штуки. Первое я взяла вот такое оранжевое красивое. Вот оно. Такой прям очень приятной расцветки. Называется просто полотенце. Это просто полотенце стоило 50 рублей. Второе и третье полотенце уже назывались полотенце махровое. Такое оранжевенькое. И они уже стоили 55 рублей. У них выбитый рисунок. Очень удобные. Их удобно на кухне хранить такие. И третью расцветку взяла вот такую красивую, розовенькую. Вот. Полотенца нужны всегда. Я очень люблю махровые полотенца на кухне, чтобы ручки вытирать. Вот. Еще взяла, правда, на подарок мне нужно вот такую прихватку с варежкой. В милом, очень таком весеннем, даже летнем позитивном цвете, с ландышами. Ну, так мне понравились этот набор, что прям хотелось очень взять и купить. Для своего творчества у меня что-то совсем перестали работать ножницы. Взяла новые, надеюсь, эти будут работать. Дело в том, что я делаю заколки канзаши. И работа с атласной лентой требует того, чтобы ножницы были острые-приострые. Если они хоть чуть-чуть тупятся, то атлас стричь просто становится невозможно. Вот. Не знаю, сейчас я их достану. Хочется попробовать. Вот так выглядят ножницы. Ну, по бумаге-то, понятно, не будут стричь. Ну, а на ленте я попробую. Вот такие ножнички. Во влоге показала, но покажу еще раз, потому что не все, кто смотрит фикс прайс, обращают внимание на влог. Ой, не то показываю. Ну, давайте сначала покажу мячик, говорю об одном, показываю другое.
Мячик-попрыгунчик легкий и высоко прыгает, написано. 12,50 вроде. Ну, он действительно прыгает хорошо. Вот у меня ребенок взял, у нас мало мячиков-то. У него их штук 20 уже. Ну вот надо было срочно еще один. Ну и то, что я показала во влоге, и думаю, будет интересно показать и здесь. Селфи-палка 99 рублей. Здесь кнопка. Вот так она открывается. Тут фиксируется. Есть USB кабель и сама палка вытягивается. Но это я не полностью вытянула. Вытягивается она, ой, далеко и хорошо. Просто неудобно. Вот. Вот так вот. Кнопка и ремешок. Единственное, что еще на нее не снимали, поэтому до конца еще я не знаю. Там, наверное, надо какую-то программу скачать или в настройках что-то сделать. Никак не доберусь. Еще тоже показала во влоге, хочу показать здесь. Кому-то, может, будет интересно. Это железная головоломка. Три разные формы в наборе. Вот видно, какие. Очень интересно. Я сама с удовольствием покрутила, повертела. Но это взял себе мой ребенок. Он любит такие вот вещи. Также взяла вот такую расческу. Это очень удобный походный вариант. Она вот так выдвигается. И вот тут видно зеркало. И вот сама расческа обратно задвигается. И вот так закрывается. Для сумочки очень удобно. Единственное, что многие говорят, хрупкая вот эта вот часть. Ну, сколько прослужит. Ничего страшного. Сколько прослужит, столько и прослужит. Из еды единственное, что я купила, это я повторила, молоко сгущенное с сахаром, цельное. Второй раз беру, потому что очень понравилось. Оно густое-густое. Сейчас я попробую открыть, вам показать. Вот, смотрите, я наклонила, и оно еще медленно так двигается. Вкусное молоко. Девочки, у меня в прошлый раз сказали, что я не показала состав. Молоко 55 рублей. Так, сейчас мы с вами попробуем найти состав. Так. Ну, тут вот они молодцы, конечно, ценником залепили. Ну вот так. В общем, молоко, по сути, сахар, лактоза. Все. То есть хороший состав. Молоко отлично. 55 рублей. Вот такая бадья. Можно кушать ложками, потому что густое. Смотрите, шарики уже насколько выросли. Мы сейчас с вами их и вырастим, пока снимаем ролик. На кассе увидела вот такой бальзам для губ. Я была уверена, что он 55 рублей будет стоить. Взяла 2. Там были разные вкусы, ну как вкусы, ароматы разные, и вишня, и яблоко. Ну, меня очень привлек ванильное мороженое, название такое, посмотрите, как красиво, бархатные губки называется. И цена оказалась 25 рублей, это я уже в чеке увидела. Там я думала рублей 50-55 такие бальзамы, потому что они, ну, очень солидно смотрелись, упаковки такие хорошие. Ну, в общем, вот так взяла. Но не открывала пока, потому что я хочу один в запас оставить, а один подарю. Ну и последнее, что чему я была дико рада, когда увидела вот такие блокноты. Я их уже видела у некоторых девочек в обзорах. В нашем фикс-прайсе я их нашла случайно, просто в куче книг. Начала смотреть книги, что там есть. И вот завалялись эти блокноты, потому что при такой толпе их найти было бы очень сложно. Взяла я все, что нашла. Такой был один, таких было 4. На подарки, мне кажется, это просто восхитительно. Многие захотят такой подарок получить. Давайте я вам покажу вот в этом. А внутри они оформлены абсолютно одинаковые. Разница только в обложках. Во-первых, его можно подписать. Очень мне нравится
эмоции кота. Вот так вот. Морда одна, выражения разные. Очень смешно, конечно. С юмором подошли. И вот такие страницы. Вообще, ну, бесподобно. Ну, так мне понравилось. Многие знают, что я люблю всякие блокноты. Особенно, когда они и с юмором, и с картинками. Это очень-очень классно. Так что ищите у себя фикс прайс, если вы еще не нашли. Если сможете, то, ну, в принципе, можно спросить на кассе, где такое может лежать и храниться, и поискать. Бывает, что у них где-то там в завалах можно и откопать, даже если кончилось. Ну, реально прекрасный блокнот. Я не буду каждую показывать, но пока вы пишете в нем что-то, открываете следующую страницу, и она еще позитивнее предыдущей. Поднимет настроение однозначно. И как подарок, например, больному человеку ободрить и поддержать, мне кажется, очень даже позитивное. Ну вот, смотрите, это вот прямо сейчас каждый, кто прочитает, скажет: ну вот, да, точно, это мой, прямо описан мой. Да, так оно и есть. Но я все не буду вам показывать страницы, оставим интригу. Так что спрашивайте в своем фикс-прайсе, это очень-очень будет интересно. Все. Мой кот пришел как раз ужинать, поэтому потусторонние шумы – это чавканье. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной. Надеюсь, я была в чем-то и полезна, что-то новенькое, может, кто-то для себя увидел. Всем до новых встреч и всем пока!